Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, наша любимая игра, и это моя долина, долина статуи, долина победы, там, долина, не знаю, чести, доблести и тому подобное, в общем-то. И вот наш сегодняшний герой, это, они вот подписаны, статуя Водоворот 08, вот такой вот у нас будет босс, там у нас птеродактиль, Ураборос, он же смесь анаконды с скалопендрой, многоножкой какой-то. Две альфа 06, две омеги почему-то, их должно быть больше. Но то, что я успел насобирать. Жаль, что у меня нету статуи Джаггернаута. Это меня печалит. Не знаю, раздавали их тогда или нет. Да должны были раздавать. Нет, точнее, не раздавали, потому что я же тогда участвовал и побеждал. А может, тогда нужно было набрать определенную норму, мы ее тогда не набрали. Ну, в смысле, сообществом. Ну, фиг его знает. А наше время... Ладно, давайте зайдем по-другому. Там был веселый ген стоял. Вот наш босс Водоворот. Не так. Хочется посмотреть, наверное, на картиночку. Вот так вот выглядит суровый босс Водоворот. Такая вот статуэточка. Дает 8% бонус на 4 ячейки. То есть... Как усилялка она не актуальна, а как статуэточка вполне себе годная. И, кстати, супер удары неплохие у этого Водоворота. Награда сообщества. То есть нужно набрать 10 миллиардов. По-моему, они перестарались немножко. Ну, 4 дня, правда, дается на это все дело. Ну, ладно. Давайте бросим вызов этому оленю. Так, ну пока он слабенький, надо взять кого-то слабенького. А я могу сражаться кем? Кем угодно. Тут Кайнозой есть. Да, есть Кайнозои, но они у меня просто заняты. Так, ну в принципе, чем? Не знаю, что бы сделать. Кем пойдем посражаемся, ребятки? Мы же можем, в принципе, и юрский период взять, но кого-то просто слабого. Так, ну вам же, конечно, интересно, там индораптор, всякие такие вот дела. В принципе, да, можно будет. Я у себя могу сделать как угодно, а потом можно будет там зайти в гости в аккаунт и там вот, короче, посражаться уже другими существами, да? Так, 2000. Ну вот мы будем тут их, короче, шинковать очень быстро и долго. Ну, точнее, просто. 2400. Ну, давайте возьмем вот индораптора. Индоминус. Я просто не буду брать сейчас максимальных. И вообще будет все зашибись, я думаю. И кого еще взять? И Барионикс. Я думаю, вам такая команда вполне себе понравится, ребят. Так, ну чё, стартуем. Ах, какой яростный плюшевый олень. Вот такой реально гигантский индораптор должен был обделаться. Но потом он присмотрелся к силе его удара и сказал: да нет, что-то не хочу я писать и какать. Все у меня отлично с нервами. Ну, у нас такой туманчик. Это, наверное, сам Водоворот, короче, напукал. Что такое у нас туманчик прям вокруг? Ну, посмотрим, как быстро у него будут расти показатели. Но сила удара у него останется слабая, я так предполагаю. И напишите в комментариях, против кого вы хотите, чтобы я посражался. Вот, допустим, когда у нас будет опять Водоворот первого уровня, то есть я могу взять кайнозойских, там, самых слабых, или динозавров самых слабых, с ним пободаться. У него прикольный суперудар. Я прям думал, что у него там глаза засветились. Так, ну... У него что, житло вот так вот вообще понтово растет. Ну, сила удара увеличивается вдвое. Но жизнь вообще там соточка какая-то добавилась. Бедняга, да не вставай, лежи. Все равно сейчас опять ложится. Зачем тебе это надо? А, ну 700. Так, уже повеселее стал. Пробил.
мощь. Прикольно, вот Индоминус классно смотрится, да? Против водоворота. Ну, у него, по идее, по нулям. По нулям. Ну да, удар по нулям. Тыдыщ! Оу! Блин, глаза такие желтые, странные. Такой встал, головой отряхнулся. Ну, роги у него шикарные. Вот, знаете, что бы я сделал? Чтобы у него между рогами молния проскакивала. Ну, такие искры, знаете, как в этом, как в шарике молниеносном. Давай, Барионикс, на тебя вся надежда. Итак, ну смотрите, какой он, а уже не такой он и простой, уже дымах под 900, уже сейчас косарь будет. И сейчас он возьмет и сожрет моего Барионикса, я так понимаю. Да. Быстро он довольно-таки разделался. Но что-то суперударом от него не дождались. Нужно взять кого-то помощнее. Такой смешной урон мы нанесли. Ну, я тут не пытаюсь ему как-то много урона нанести. Мы просто любуемся, как он смотрится в сравнении с разными динозаврами в данной серии. Так, ну тут абсолютно все равно, кого мы берем. То есть можно взять того же Манастигатопса, например. Допустим, Индораптора и Сигнозупа. Давайте так, пойдем нашинкуем его. Ну это прикольно, да? Манастигатопс. Слышно, как копытами бьет. Да, ну конечно, у него роги круче. Даже этот воротник не сравнится по размерам. Ну, Джаггернаут бы смотрелся против него хорошо. Три. Черт, блин, пробило. Думал, все-таки выживет. Да, появилось. Прикольно, да, на такой вот сцене. Индораптор. С одного удара пробиваем. Ух ты. Ну, смотрите, у него уже сила удара 1481. Седьмой левел, но он что-то как-то не хочет баллы там особо накапливать. То ли из-за того, что я тут его постоянно атакую. О-о-о. Неужто ли сейчас погибель? Да, на 7 точно атакует. Атакует на 5. Блин. Что за нефарт? Он прям как угадывает, сколько надо поставить. Ну смотрите, Сегнич такой здоровый против него. Положили одного. Ну он быстро разобрался, да, с этой командой. Да, и Сегнича тоже не повезло. У нас это идет уничтожение. Ну ладно. Тогда два раз так быстро получилось, давайте еще кого-нибудь возьмем. Ну, навалял знатно нам. Ну, я думаю, теперь можно брать, наверное, самых мощных. Самые мощные хищники пойдут в бой. Уже пора. Правда, Индораптора надо было брать последним. Давай цыпленка сначала выставим.
Блин, ну вот цыпленок здоровый, смотрите какой. Он это валяние может, да, сожрать, у него в пузе прям помещается. Так, кстати, он не очень похож на гигантского оленя. Ну тут ему и хана, короче. По рогам. Так, 5. Ну у него по нулям, отлично. Давайте как-то сейчас немножко соберемся и постараемся побережней. Вот смотрите, какой вот, блин, цыпленок большой против водоворота. Вот Юдон, вот камера смотрит снизу, прям не сверху. Ах ты, о, ну супер удар, давай, на 8. С разгону. Блин, ну почему опять на 5? Я-то подумал, что ты сможешь. Ах, не смог. Ну если бы я старался, то я бы уже, наверное, пробил бы уже... Первыми двумя добрался бы уровня до 14-го, первыми двумя командами. Но так мы сегодня на расслабоне. Семь ударов. Так, ну давай, 12 уровень. У него 5 ударов. Атакует на все 5. Ну отлично, я поставил в защиту. Но пробил он больно, блин. У него трешечка уже сила удара. 3 на 5, вообще красавчик. Блин, я его чуть ли за один удар не пробиваю. Вот так вот у нас останется каких-то там 50-90 баллов. После того, как он нас проатакует сейчас на 4. Ну, если он, конечно, это сделает. Смотрите, ну не захотел делать, но у нас теперь нет выбора. Мы обязаны атаковать, иначе мы на следующий ход точно окочуримся. Ну давай, ну на 6, на всех хоть уже. Ну давай, супер удар. Ну, землетрясение, черт. Ну, у него же есть там такой удар, когда он разбегается. И, короче, с такой в прыжке, по-моему, атакует. В прошлой битве с водоворотом можете найти на канале. То есть там, по-моему, был вот этот суперудар. Ну, так немножко. 80 тысяч. Чуть-чуть совсем урона ему нанесли. Ну, кстати, тут же неплохо можно гены зарабатывать. Ё-моё, нанесите 5000 урона. Слышка сэр генов, ребята, блин. Тут реально надо вот как бы вот эти задания выполнять. Ладно, ребята, с вас, короче, пишите в комментариях, кем бы вы хотите, чтобы я сразился с водоворотом первого уровня. То есть первого уровня, я с другого аккаунта буду снимать еще серию. То есть там можете выбрать любых слабых динозавров, кайнозойских, кем угодно. Можно начать сражаться. Так что пишите. До скорых встреч.